Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Все эпизоды Скибиди Туалет на русском. Все. Вообще, вот это крутотень. Давай, давай, родной. Вот так, да, да. Душу рвешь мне. Ох, какая лирика. Все, Павел, вот это слова были. Вот эта песня понеслась. Да, я уже часть этого видел, но сейчас вышли вообще все эпизоды, ребята. Есть возможность просто все пересмотреть и на русском, и с озвучкой, и по красоте. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Видос будет больше 50 минут, он будет длинный. Поэтому считаю, заслужил. Давай, давай, давай. Пацаны, блин, реально жесть. Вы сравните уровень графики. Вот что стало и как оно было. Посмотрите, насколько все сейчас убогенько смотрится. По сравнению с тем, до чего дошло. Да, работа проделанная колоссально. Вот на таком контрасте сразу видно. Что это такое? Да это что, ты что, не знаешь, что ты что, в трендах не разбираешься, что это такое? Это Скибиди Туалет, обычный, один из самых стандартных так-то. Ничего необычного, в принципе, да? Уничтожить всех-всех-всех, уничтожить всех-всех. Что у нас, кстати, по качеству? У нас нормально все, да? Да у нас более чем нормально, 4К вообще показывает. Так, ага. Уничтожить всех-всех. Давай. О, танки уже пошли. Апокалипсис. Не апокалипсис, это просто Звездный войн. Пересмотрел человек. Унитаз. Унитаз человек. Нужно спасти людей. Челотаз. Челотазы, замечательные челотазы. Да. Это началось по всему миру. Да, да. Активирую вам то, что происходит по всему миру. Повторяю, активируйте телефон. По всем клубам страны, ребята, просто происходит. Вот. Ой, такой бородатенький, да? Здрасте. Я уже, кстати, ну, не уверен, что я прям все помню. Я не раз это смотрел, но это давно было, понимаете? Я не уверен, что я прям все помню. Некоторые вещи, может быть, буду... Вот, а начиная где-то с середины, какие-то вещи я, может, по новой буду для себя открывать. Я даже не знаю. Все-таки 60 с лишним эпизодов. Здесь какой-то особенный. О, особенный, да? Это у нас мальчик особенный, да. Со странностями. Да ладно. Да ладно, что такой злой-то? Хлопцы. Да, залезло, залезло. И улыбнулась. Давай, и второго тоже. Прости, родной, но куда деваться? О, пацаны. Все, полиция, милиция, да, атакует. Что поделать? Это я помню хорошо. Собрание, да. Здесь большой скибидист. Большой. Нужно его обезвредить первым. Давайте. Это самая замечательная и добрая проповедь, которую я слышал в своей жизни. Я еще никогда не видел, чтобы такое святейшество призывало всех уничтожить. Это великолепно. Ну, бывает. Зато он сделает его, это, православным христианином. Возрадуемся, братья. Классно получается. Да, офигенно. Это, кстати, чел, чел, вы заметили, он в розовый, в розовый. Это же чел, который над Вантузменом смеялся. Посмотрите, вот он где первый раз появляется, да? Офигеть, прикольно. Он, у него, оказывается, такая, вот он опять. У него, оказывается, такая долгая история жизни. Видите, вот я же говорил, некоторые вещи буду постигать по новой. Как бы вот, собственно, это и происходит. Я его никогда тут раньше не замечал. Так, нас Барни и Гордон. Да уж, это точно. К тому еще дьяволу. Нехороший парень. Злой. Злой парень этот ваш дьявол, что поделать, да? Говно, да, лысый. О, правильно. Хорош. Уничтожить. Ой, как. Ой, какой срок. Это тот самый Джимен. Тот самый. Особенный. Нас спасут только титаны. О, уже заговорили про титан. Небольшой спойлер, да, такой? Нас спасут только титан. Давай-давай. Там еще один с лазерами. Ага. Давай-давай-давай. Ах, один мимо пролетел. Я помогу тебе, подожди. Один мимо пролетел, бедолага. Давай, смываем его, пацаны. А, молодцы. Красавчики. Только теперь вы разобьетесь на этом унитазе, он влезет. Дьявол. Мы идем броню, парни.
Музыка, музыка, слышите? Тут эпичность прямо нагнетается. Уносим, да. Ой, какой красавчик пришел, да. Окей, все, все, послушался, послушался. Ой! Ауч. Сейчас, наверное, больно было. Давай, малыш, разведай все там. Давай, малыш, давай. Сейчас все узнаю. Сейчас он этого скибиди-котика увидит, по-моему. Это лаборатория. Это скибиди-ученый. Вон, вон, видите, скибиди-котик. Это первый скибиди-котик в истории, ребята. Официальный. Официальный скибиди-котик. Единственный и неповторимый. Твою ж. Я ведь говорил... Жалко, он не был озвучен по-русски там. Было бы прикольно. Иди сюда, посмотри. Они все собрались в Тунджимена. Ага. А вот и он. Да, ну это я много раз видел. Вот этот эпизод я в разных каких-то фанатских интерпретациях кучу раз. Что же он говорит? Да ничего нового, ты знаешь. У них там одна пластиночка. Вряд ли он тебе резко начитает там диалоги там Сократа, Платона, там что-нибудь такое. Там будет одна фраза. Да? Опа, опа. Ух ты, ух ты. Поняли тебя, поняли, поняли. Вообще, ребята, советую словарный запас-то пополнить. Вы что-то какие-то. Перебор. Да, пошел. Сейчас пойдет. Так. Великий день, ребята. Первый титан. Класс, класс. Давай, сожми его. Скибидийство. Здорово. Титан. А вот еще, да. А вот еще третья башка тоже. Давай, давай, давай. Хорош, красавчик. Браво. Ой, боже. Ой, сурово как, а? А ну по морде ему давай. Ой, еще этот придурок прилетел. Сейчас он улетит, да? Вспомнил, вспомнил. Отвечай, ублюдок, что ты знаешь о нем. Уничтожить всех, всех, всех. Сложновато допрашивать таких людей, да? Ой, боже, ой, боже, ой, боже, ой, боже, какие мы. Все, до свидания. Уплываем. Нашли, конечно, куда не... А куда? Сейчас как же, что он не найдет? Так, пацаны, пацаны, бегут. Было бы странно, если бы он их не нашел, да, Джимен? Во всех предыдущих эпизодах находил, а тут раз я не нашел. Такая была бы авторская интерпретация. Было бы забавно, наверное. Так, давай, смываем, смываем, смываем. А он раз и не смывается. Я напоминаю, что его не удалось смыть. Помните, мы смотрели какой-то разбор, там парень говорил. Я напоминаю, его смыть не удалось. Я вам напоминаю, да. А вы точно заметили, что его не удалось смыть? Его не удалось смыть. Никак. Прямо. Да, дьявол. До свидания. Похоже, тут нужно немножко откалибровать. Вы вот кому откалибруйте, все. По самой не балуйся, откалибруйте прям так, нормально. Чтобы они откалибровались прям от души. Давай, давайте там, давай. Мы знаем, что ты умеешь это делать. Красавчик. Молодец. Классно получается. Вообще топ. Вообще топовый тип. Давай, давай, сюда. Бах. Хорош. Бах. Слушай, хорош. Нормально. Больше голосов должно быть. У нас очень много работы. Спасибо. Видишь, мы пришли, чтобы сражаться. Офигеть, да вы все начали. Еще на каком? Давай, братья, другая музычка. Не авторская какая-то, да? Сейчас будет полная колбаса. Я сейчас тоже. Вот. Давай, давай. Надеваем, о, готовимся. Это мощно. Вот это я понимаю, движ. Давай. Уничтожить, 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 уничтожить. Ой, какой злой. О, ребята, вот он откуда берет свое начало, дружище. Мы помним, как в предпоследнем эпизоде он пал смертью храбрых, да.
Уничтожить. Еще раз расслабляться, смотри, какой пришел. А этот падет сейчас. Эй, ты в масочке. О, вот кто пришел? Ай да молодец, Титан Спикермен. Рады тебя видеть. Бэх. Тебя к туалетному дьяволу заждались. Поприветствуем нашего героя. Знаете, чувствую себя как археолог какой-то, как историк, который копается в прошлом. Знаете, весь этот лор раскрывается с самого начала, так постепенно. Прямо с первых ростков. О, пацаны. Ох ты, какой злой. А, это наш спикермен, да? Кусаешься, гадость? Хорош. Я наблюдаю за туалетами. Какие же они, ребята, негативно настроены по отношению к миру? Я думаю, можно начинать. Что ж с вами не так, друзья? Головы, я вам принес рожа покушать. Покушать, да. Братишки, я вам покушать принес. Как вам, вкусно? Очень. А тебе леща. Очень сладко, очень хлебно. Очень вкусно, да. Леща, это хорошо. И ведь он ему даст еще леща в одном из поздних эпизодов, мы помним. Ой. А, подождите, это другой спикермен. Подожди, может быть, это тот спикермен, который погиб, тот предыдущий, который спасал? Черт его знает. Тут оказывается у нас традиция, что у нас спикермены как-то погибают частенько, да, у них бошки отваливаются. И даже сложно сказать, какой спикермен какой. Так, ладно. О нет, похоже, это Габелла. Похоже, да. Точно Габелла, я сваливаю. Ой, обидно вышло. Голову потерял. Совсем голову потерял, паренек. Ой. Ты посмотри. Ух, суровый дядька. Сейчас нам даст, да. То есть это он как бы бьет по лицу своего камера товарища, да. А у него еще унитаз. Там унитаз на агенте на унитазе. Там еще интересно. Видишь, торчит. Говнюк. Так. Ой-ой-ой-ой. Извините, я очень хочу взять у вас интервью. Скажите что-нибудь в камеру, да? Да, ты, возможно, сильный, но ты меня не попрешь. Туда к туалетному дьяволу. Нормально врезал. Классно получается. Да вообще красавчик. Что-то не так. А значит, мне нравится. Уничтожить всех. Да, придурок. И вот это на плюс 30 эпизодов с лишним, по-моему, да? Самый живучий паразит на свете просто. Он сейчас прицепился. Подмога уже летит. Музон прикольный подобный. Никто не летит. Уничтожить всех. Уничтожить всех. Кошмар. Это да. Вот за это он должен получить как следует. Не убивайте его. Давай-ка снимаем. Иди ты, мразь какая, это посмотри. Выздоровел. Выздоровел, дружище. Тест антипарадитальной пушки. Так. Вау. Положительно. Отлично. Было отлично. Смотри, наши друзья. Ой, никак, да? Блин, так непривычно видеть спикермена таким злым. Титана. Я уже привык, что он добрый. Классно получается, агент. Эта планета погибнет. Опа. Должен уничтожить всех. Так, да, надо. Надо исцелять от паразитов, помним, помним. Намного легче. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, пляшущий. Ну что, хорошо, что вы, пацаны, заранее прям сели заранее на унитазы, четко повставали, чтобы в случае чего, если их вдруг вылечат, можно было сразу смыть. ТВ-мен, первое появление, пожалуйста. Вот первый ТВ-мен, ребята, историческое событие, да. Хорош. Уничтожить. Прикольно звучит его реплика, да.
Эта планета погибнет. Ну ты-то уж заткнись, а. Джимен вмешается, помню. Давай никогда, наверное, потому что сейчас Джимен прилетит. Далее, он чисто броней прикрыл, и все. И все лучи на смарт. Сильно мощная броня у него там. Опа. О, массаж головы. Прекрасно. Так, хорош. Прям, четко. Всех посмывали. Ах ты ж. Ох, ничего себе. Ну-ка давай. Ой, вот и внимание. Да это же уличная магия, Дэвид Блейн. Смотри, да. Я могу теперь смывать даже. Ой, сколько там... этим видосам по Дэвиду Блейну лет? Тут точно там 15, наверное, ну, будет. Действительно. Такая древность. Так. Так-то легче. Я не знаю, кто ты, чувак, но спасибо. Интересно, кто из вас вообще знает, что такое уличная магия Дэвида Блейна? Можете написать в комментах. Я вангую, что процента 3, наверное. Итак, так. Агент Ван Тузмен. Ван Тузмен. Идите сюда, ублюдки. Ну все, Ван Тузмен готов. Первое появление еще одного легендарного персонажа. Так. Давай, Ван Туз. Ты еще пока не настолько крутой, пока еще ты слушаешься всяких ТВ-менов. Туда их все. Четенько. Прямо к туалетному дьяволу. Улыбочка. Получается. Давай улыбочку. Ай, ты моя умница, ты моя умница, ты моя красавица. Молодец. Да знаю, бегом, блин. Надевай, да. Так, все. Ого. Сейчас будет сеанс гипнотерапии, дамы и господа. Леди и джентльмены, мы будем лечить ваши вот тупые бошки. Пришел, да. Добро пожаловать, да. Здрасте, здрасте, товарищи. Здравствуйте, товарищи, да. Очень приятно. Сдохните, пожалуйста, да. Спасибо большое, да. Что? И не применули возможности воспользоваться данными обстоятельствами и сдохнуть, да. Очень, очень рады, очень рады, очень рады. Слушай, а меня научишь такому? Да вряд ли. Я быстро учусь. Да вряд ли. Честно. Как он тебя такому научит? Типа ты чё, жопой своей... жопой своей будешь так освещать дорогу или что, я понять не могу. Телевизор нужен большой. Забавный, конечно. Так, опа. Смотрите, они сразу очищаются от паразитов, да. Это мы помним. А теперь... Ну-ка. Красавчики, да. Оп! Какой же ты некрасивый. Вы так непривлекательны, мансиньор, да. Давайте, ребятки, мы просто посидим и посмотрим. Ой, конечно, да. Пожрем еще попкорна, да. Да уже видно, что они в очках, алло. Разработали там. Подожди-ка, похоже, они в защитных очках. Эй, вы куда? Вы что, нас бросаете? Ладно, серьезно, что? О, Ван Тузмен, Ван Тузмен начинает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, нас кушают. Сейчас прилетит, да? Это помню. Титан ТВ-мен, молодец. Уничтожить. Давай по морде ему. Хорош. Четко влепил. Так. Сейчас сзади. Нет, спереди. Все время путаю. Сзади потом. Потом спикермен прилетит. Модули, да. Отмодулируй ему рожу его, покажу. О, вот и модули. Хорош. Давай. Силой коричневого звука. Ага, хорош. Слышите эпичную музыку сзади. Добавлено. Я тебя вижу. А вот и он. Да начнется великий бой. Знак зараженной правды. Прям. Видеть создатель, я не хочу этого. Иди, блядь, мимо как следует. Нам лучше не вмешиваться, пока Ван Тузмен. Да, блин, две здоровые мальчики. Мы видим, что Ван Тузмен пока еще адекватный, он не лезет на рожон какого-то черта, непонятно зачем. Сидит, ждет, да. Сражаются, прячется за... за стеной. Тебе не так. Остановить это. Моя раса сильно выше вас. Но я не хочу причинить тебе. Нифига ты какой борзый. Давай мы вот про расы не будем, пожалуйста. Не, если ты говорил про расу паразитов, то тогда, конечно, это я понимаю.
Тут туда не поспоришь, да? Я ведь все равно найду тебя. И... Как он это сделал? Куда он делся? Найдет, так и есть. Это способность ТВ-менов. Только они так могут. Красавцы вообще, да? Так, давай. Бах! Хорош. Это помню. Сейчас будет этот ротастый черт прилетит, да? Так, все, спикермен наш улетел. Сейчас... Убегайте. Они убегают, да. Стараются. Ага. Вкусно, да? Собака такая. Давай его там, вломи как-то. Не, ну ТВ-мен вообще, конечно. Вылезайте, погибнете. Ваша миссия еще не закончена. Охренеть, настолько, что чуть не съели и чуть не высрали. Ну вообще-то съели, но... Ну могло бы быть, конечно, эффектное, да, такое. Вылезайте, ребята, сказал Титан ТВ-мен, и они такие вылезли. Только не там. Ну тоже могло бы быть интересно, да. Я знаю, ты здесь, зараженный. Так. Он здесь. Он здесь. Он сейчас тебе сюрприз. Сюрприз устроит. Так. Хорош. Четко его колбасил. Вот зараза прилетела. Глупый титан. Ах ты говнюк. Заканчиваем с ним. Все, до свидания. Они все равно победят. Вот! Исторический момент. Титан, спикермен, что называется, немножечко вставляет ножик в лицо Титана ТВ-мена. Он ему это припомнит в будущем, запоминаем, да. Это важно, это важно. О! Силстрайдер идет. Half-Life-овский, ну почти. Куда он? А. Его так просто не поймать. Уничтожить, уничтожить. И сейчас появится он. А ну-ка. Да. Это же его первое появление, как я понимаю. До этого мы его нигде видеть не могли. А дальше он уже так будет стоять в углу там везде. Да? А, все. Взрыв пошел. Уничтожить, 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 уничтожить. Давай, поехали. А ну-ка, попридержи коней. К дьяволу. Да уж. Отставить агент. Коней-то он точно попридержит. У него там коней много в унитазе. 150 лошадиных сил. Чё там? Здесь всё чисто. Всё офигенно вообще. Ой, почти. Ой, немножко грязно. Все было чисто, но стало чуть-чуть грязно. База, говорит Вантус, нам нужно подкрепление. А Вантус четко уклонился, да, вообще? Красавец. О. Кто-то воет там на заднем плане. Не классно получается. Ну так себе, да, у тебя там половина осталось, что ли. Ну, по крайней мере, лучшая половина. Ага. Агент Вантусмен, я прибыла на ваш сигнал, как только смогла. Ох, мисс, но я не Вантусмен. Жареный скипидист. Да. С приправой еще надо бы, да? Чего? Такой большой и такой глупый, что ли? Мне показалось. Я еще ни разу. Как же это было стильно. Ох, кажется, я голову чуть не потеряла. Классическая шутка, да? Так. Ага. Да, агент, она из-за тебя чуть голову не потеряла. Сейчас на тебя возьмет свои объятия и кое-что скажет. Она скажет, женись на мне, красавчик. Но перед этим вначале мы потусуемся вот здесь, да. Удачи, агент. Эй, так. Вантус, рад тебя видеть. Танцы, танцы. Так вот, как это делается. Как ты? Спикермены красавчики, конечно. Да, я тоже рад. Он тоже рад. Отлично. Итак, они все перепутали меня с Вантусом. Сейчас будет эпичный, между прочим, эпизод. Дьявол. Да? Ну-ка давай. Ох, я знаю, что так и будет. Скипидисты прорываются. Они идут сюда. Куда ты идешь? Хорош. Назад! Вот это да. Вот это героический поступок. Туповатый, но героический. Как говорится, слабоумие и отвага наши. Все. Давай, Вантусмен. Иди. Идет, вообще не останавливается. Вот болван. Реально, что рассчитываешь? Дружище, что ты там собрался делать? О, время расплаты пришло. Никто не уйдет. Ты какой там, о чем ты говоришь?
Такая махина прилетела, как тут живым-то уйти? Что, не вариант вообще. Новая прошивка, да, безусловно. Так. Ой. Я рожден в аду, говорит. Мне казалось, ты рожден на базе этих альянсов. Так. Противоскибедичного. Это правильно. Придурок, придурочный летит прямо на магнит. Ага. Так, все, улетаем. Улетаем. Молодец, молодец, товарищ. Когда я вырасту, я точно стану таким же больным сукиным сыном, как этот титан. Ты так, ты настолько не вырастешь, родной. Сомневаюсь. Я не знаю, что такое надо жрать, чтобы так вырасти. Недалеко, недалеко, недалеко добежишь. Ай-яй-яй-яй. Он захлебнулся мощью. Все ракеты перефигачил. Давай! Вот так. Так. О как. Какая глубокая философия пошла. Ой! Я забыл. Точно морда еще вылазит. Да-да-да. Теперь вспомнил, теперь вспомнил. Ведь некоторые вещи все-таки из головы вылетают. Кому всего смотришь. Давай, маленький. Спасибо за поездку, Титан. Да еще, я бы тоже так прокатился. Там еще летят. Вообще эпично. Это да. Ты парень такой старательный. Опа, 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 ты ниндзя, ну нчака, офига чака, ты посмотри какая. Давай, 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 за. Заталкиваем. Так, он там, по-моему, стоит. Да футбум, если я не ошибаюсь. Быстренько, быстренько, да. Отличная великая фраза. Агент Ван Тузмен. Так. Миледи. Вот еще одна миледи у нас появляется впервые. Ждем теперь только Спикер Вумен и Святая Троица. Эстрогенная будет готова. Давай, давай. Хадыщ, хадыщ, хадыщ. Все, фигачим, фигачим. Нормально. Одного за другим. Красавица. Пау, пау, пау. Миледи, классно получается. Хорош миледи зафигачила вообще. По-миледевски-то. Ох, что вы говорите. Так. А, помню, помню этот эпизод, да. Давай, защищай. Мне кажется, ты создан для того, чтобы защитить, а для того, чтобы зачистить весь город. От всего просто, что на нем вообще существует. Так. А вот и я. А вот и Джонни. Новый да ничего себе. Хорошая попытка, Титан. Ну, а есть еще вот фраза «сила есть, ума не надо», дальше что, типа? Скорость значит, что он живой, говнюк, и он еще понаделает делов, говно воняет, это точно. Эй, классно получается. Я вообще думаю, что в этом городе часто воняет говном, учитывая, что тут происходит, мне такое ощущение. Что все люди, которые здесь когда-то были, они обосрались, когда это произошло, по-любому воняет говно. 69-й, сейчас не время для интимных фантазий. Да я... Да не, он просто книжку читает. Книжка называется... Ты мой хороший «Фотки сральничек. TV Woman», как бы. Я тебя буду воспитывать. Мой хороший сральничек, да. Так. Оп, на крыше еще... А это не такой хороший сральничек. Блин, этот чел мне вообще, знаете, вот напоминает этого... Ну... Патрика Макрири из GTA 4, там персонаж такой есть, такой ирландский гопник, такой реально похож. Так вообще что? Я уже видел когда-то, как мне казалось, Джонни Клебица на газетной вырезке тут в Скибиди туалетах. А это чисто Патрик реально. Это суперскоростной летающий говнюк. Ага. Нет, я не хочу снова на ремонт. Ну бывает, бывает. Ой, смотри, как он посерьезнел, а? Видали? Все, угомонили пацана. Ты такой милый. Да, детка, он наш. Классно получается. Прикиньте, у него пол туловища своего, да? Она говорит, он такой милый. Я так за тобой соскучился. А парень, у которого полное туловище, он такой, блин, а я не милый, да? Вот отстой вообще. Эй, ну куда же ты? Блин, а ведь он скоро там погибнет под развалами. В эпичной серии. И его ж больше не будет, да? Эх, Ромео не
недоделанный. Да он доделанный. Там недоделанный как раз тот, который на этой прилетел, на механической штуке. Классно получается. Агенты, держим периметр. Так. Точно. Наша колонна идет по указанному маршруту. О, опа, опа. Так точно. Все, успокоили. Вижу цель, так точно, понеслась. Внимание большое. Все. Они себя достойного. Либо не начинай схватку, да. Это... Так слушай, дружище, тут... Внимание, воздушный шум. Как бы достойных тебя соперников вообще нет, ты, по-моему, тупо самый сильный. Сильнее его только может быть Титан ТВ-мен. Не, титаны не могут за всем уследить. Пытаюсь уйти, но... Все, хорош. А, ну Скибиди ученый, конечно же, еще, наверное, посильнее, да? Титан ТВ-мен? Нет, мы его потеряем. Ой, морда. Отходим, отходим. Это не починить. Это кислота. Да. Ну, твой-то вес, тем более, да, как противовес подойдет, я считаю. Тобой можно противовеснуть всю планету Земля, матушку нашу, понимаешь? Так. Да, легко. Все будет легко, только ты там себе чуть полбашки в будущем не отпилишь. А так все легко будет, все идеально вообще будет. Нормально, вообще не парься. О, массаж. Агент, прекращай, да. Бах. Хорош. Еще раз. Хорош. Есть такое. По-другому не... лучше похоже, не скажешь, да. Все идет по плану. Уведомление. Да, все похоже. Идет по плану, особенно если вы поставите лайк. Да, согласен. Это он правильно. Танк уничтожен. Вот эх. Говно. Все, что у вас было всего одно задание. Очень плохо. У вас была всего одна работа. Да. И вы с ней не справились. Ложки позорные не добавил в конце. Да. Так. Агенты, бегите. У меня жопа горит от того, что серии по Скибиди туалету выходят реже, чем раньше. Это, знаете, чисто мое ощущение, когда я как захожу на канал, ну что, сегодня, ну сегодня, ну сегодня, все не сегодня, не сегодня. Ну, это я все понимаю, конечно. Сейчас уже мы дошли до той стадии, когда серии стали масштабнее, поэтому мы ждем их дольше, это все понятно. Ну, будем терпеть, будем ждать. Никакого альянса. Будут только основной они. Основной отряд, у нас здесь чрезвычайная ситуация. Титан Спикермен прибыл. Они идут. Этот мир обречен. Озвучен. Эта планета будет новым источником. В плане озвучки прям агенты. Тупово. Все голоса вообще отличные. Мне нравится. Прям отлично сделано. Послушай, так. Агент, лучше быть на чеку. Там происходит полная жизнь. Да, это да. Вы зря сражаетесь, вам все равно не остановить. А это, если я не ошибаюсь, первый эпизод, который был поделен на части. Вот это первый раз, когда такое случилось. На две части был поделен этот, по-моему, 47-й. По-моему. Беги, я точно не уверен. Лучше бегите. Лучше бегите, да, это я согласен. Лучше всем нафиг убежать. Вообще, тараканам, крысам даже лучше убежать из этого пространства. Вот серьезно, сейчас такое будет. Угу. Заткнись. Ох, какой суровый. Ну, понятно, понятно. Сдохни, одноглазый. Какой ты некультурный. Этот титан наш. Ты-то сам вообще безглазый, придурок. Он хотя бы одноглазый. У тебя, в принципе, глаз нет. Я не знаю, может, вот это глазом считается? Вот это. Все титаны. Ну вообще было же подозрение, что все спикермены, они эхолокации, как летучие мыши, да? По-моему, у Фордала и у меня было такое подозрение, то есть, ну а как иначе? А как иначе, если подумать? Киви Вумен, как слышно, приступаю. Альянс падет. Это не Киви Вумен, это Вантуз. Нарушитель. Ах, ты ж великан перепаянный. Всего лишь маленький агент. Ау, он так... С таким красивым звуком, он помнит. Ау. Но он не помер, мы знаем. Вообще, я подозреваю, что Вантузмен, если умрет, то только в самом конце. Но и то вряд ли. Сильно уж его любят. Ох, ничего себе. Бах. Так. Ай. Да. Все фигня, Миша, давай по новой, да. Как говорится. Да шо ж ты там. Это точно, не успел присосаться. Бах! Пора прекратить это безумие. Пора, давайте Юмун там, перережь там все, что надо. Что? Ой, ой-ой-ой.
Эта женщина залезла мне в голову. Боже, она пилит мой мозг. Женщина пилит мне мозг. Так. Ага. Застял. Это фейк уже или не фейк еще, кстати? Великан. С днем рождения, я тебя. Заберу с собой. С днем рождения, я тебя. Тебя заберу, да. Моя. А может его кто-нибудь заберет? Ладно, его там Тиум не забрал, но заберите его кто-нибудь другие, ну. Ну он уже совсем умер, по-моему. Он даже там у него не светится ничего. Блин, бедолага. Я снова здесь. И мне насрать на эту букашку, которая помирает под завалами. Он симп. Он не достоин чего-то большего, я его не подберу, да, пофиг вообще. Лучше постою, погорюю о том, да. Что я натворил. Эх. Спасибо. Да на здоровье, всегда рады. Спасите класс, чувака, там, получается. Чувак, там его надо были это... Бы мы людьми, сейчас бы пивка как жахнули за побед. Да жахнули, ты можешь мужика с под завалов достать, там проводков парочку соединить, и все нормально будет. Вонючие ублюдки, унитаз. Не надо, дядя! Я помню это. Молодец. Значит, решили меня окружить. Ой. Ему это как массажик, да? Моя это? Моя очередь. Хопа. Тра-та-та-та-та-та-та. Ой, как приятно все-таки видеть старого доброго, что называется, Титана Спикермена, да, такого бравого парня, который всех уничтожает. Да, нафиг тебе надо. Отдыхай, расслабляйся, дружище. Классно получилось. Очень классно получилось. Да, но, эй, агент. Агент. Шо? Шо? Эй, агент, держись. Просто мне... немножко тебя опускаю. Ничего плохого. Да. Опа, 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 опа. Спасибо, чувак. Хороший. Глянь на эту наглую морду носатую, а. Это чел, который в ресторан въехал, я помню. Ты кусок дерьма. Да-да-да. Повзрослел на ресторанных харчах. Прикиньте, четвертый эпизод это или какой третий был? Когда он в ресторан въехал, а сейчас отожрался как с тех пор. Вот тебе еще покушать на. Ну это наша кухня, титановская. Он там наслаждался кухней испанской, французской, английской, да, это титановская. Я за этим скучал. Да, это точно. Он пришел. Ура! Он вернулся. Там наверху танцует. Хорош. Да, однозначно. Давай пять, давай пятюню. Ах! Красота. Знаете, был бы я человеком, то обосрался бы. Да, от такого треска, от этих рукопожатий это, да? Чтобы нас не заметили. Окей. А чё там? Чё там? Я вижу Джимена. И ещё кого-то. О, а вот и командир прибыл собственной персоной. Отвали. Лучше пойди и займись делом. Где твои защитные очки, Джимен? Я сказал, отвали. А если вся твоя армия отвернется от тебя? Этому никогда не будет. Тарантиновские диалоги, реально. Опа! Он тебе уши хотел просто прочистить. Мы уже улетаем отсюда. Спасибо. Спасибо. То есть он им ничего не говорил. Вариант перевода, ну он как бы прикольный, но мне кажется, было что-то не то. Я думаю, что скорее всего он сказал что-то вроде «Отвалите от моего друга, наверное», да? Не «Я вам давал задание, идите его выполнить». Потому что как бы... Представьте себе, вы приходите, вашего кореша, знакомого пытаются убить, а вы предъявляете им за то, что они задания какие-то не выполнили. Так, немножечко не о том думаешь, дядя. А они тут бунт совершают, беспощадно. Классно получается, да. О, опять женщина воет. Нажмите F, чтобы проявить уважение. А кто это поет? TV Woman? TV Woman там?
там канал Опера ТВ включила там на телевизоре своем. Я так не оставлю. Ну все, оп, и вот так вот, понимаете? И оп, и все, понимаете? И все, и всем капец, всем капец уже заранее. Ой. Звук, и звук гибели был. Вот это было душевно, это мне понравилось. Это жарит лето. Сейчас всех вас пожарит, да, вот так вот. А на улице лето, поэтому жарит лето даже. Там же лето, я не знаю. Хотя может и... Опа, опа. Тут. Ох, это же Иисус. Эд поздравляю, ты меня победил. Но не стоит верить всему, что я говорю. Да. Кошмар, конечно. Бах. Детка, я твой поклонник. Бедолага. Давай, маленький. Нас ждут большие дела. Ща будет. Но сразу после тут. Тут, мне нравится та озвучка тут. Там чел пьет, смотрите. Причем пьет он какую-то шею как-то. Под камерой у него там отверстие для питья. Давай, бах! Эй, я думал, мы еще поиграем. Прости, не удержался. Да. Мои профессиональные навыки игры в баскетбол дали себе знать. Так. Ну, выглядит не очень, но сейчас будет еще лучше. Ребята, я чувствую, что там Габелла. Да, одна из тех немногих серий, в которых скибидисты задоминируют. Таковых мало, они почти все время по щам получают. Но здесь, конечно, они, да. Опа. Представляете себе, кстати, появилась новая фраза, между прочим, «Альянсу гибель». То раньше же было «Уничтожить всех-всех-всех», а тут «Альянсу гибель». То есть, как минимум, один из них развивает словарный запас уже до 4 слов. Это прекрасно. Это чертов туалетный апокалипсис. Так. Тиви Уоман, сейчас не время распевать пафосные песни. Может, ты поможешь нам? А ты, значит, отсосите туалетные. Ага, да. Жестко. Так, ну что ж. А вот здесь снова все встанет на свои места и победят те, кто и должны победить. Пятый. О, пацаны, здорово. Я жив. Классно, он перевернулся. О, скибиди массаж. Капец, какой злобный чувак. Опа. Блин, как же вы вовремя, ребята. Ох ты мышь. Помоги встать. Нет, давай сам. Ладно, я и сам могу. Капец. Нужно связаться с базой. База — это пятый. Какие мы важные. База повтор... это еще кто? Это мутант. Прилетел, товарищ. Ща тебе это накостыляют, родной. Ты готов? А я тебя предупреждал. Агенты. Агенты, да. Агенты, прикинь. Так. И вот снова я. Ну давай уже. Голова с плеч, как говорится, и все. Классно получается, агенты. Ты что, унитазом стал? Заткнись. Ой. А ведь правда не смешно было? Я никогда не стану им подобным. Да я же просто пошутил. Выкуси. Отличная работа, агент. А теперь респект. Ну слишком суровый, он не понимает. Альянс. Сейчас слепой. Сейчас еще и глухой будет. Сейчас еще и сдохнет. Вот отлично. Да, вот этот бедолага раненый, видите? Все. Расслабились. О, стиральная машинка бежит там, да? Или что это? Топка, печка, я знаю. Интересное устройство. Так. Ну смотри. Я так думаю, до четвертого. 1, 2 и 3. Как минимум во вселенной, созданный на основе ассетов из Half-Life, умеют считать до 3. В отличие от Гейба, уже хорошо. Пойдет, да.
уничтожить, уничтожить. Окей, давай посчитаем. Один титан, один дохлый скибидист. Это похоже бабахнет. Ой-ой-ой. Так. Эй, ты куда? Ты куда? Бах. Вот и все. Вот и красота. Ай, молодец. Смотри, там еще желающие. Сколько раз нас уже так заскамливали, что вот они погибли, а они живы, да? Вот уже могло казаться, что он уже вот на этом этапе погиб. Потому что он только улетел и сразу взрыв, да? А нет. С танками Ромэн красавчик, он выживает всегда. Эй, проснись, он сейчас уйдет от нас. Ох уж эти ваши классно получаются. Ну ты душнила. Посмотрим, что будет дальше. Даже да факт, говорит, что классно получается. Так, этот день настал. Хотите войти в зануда. Ай! А тебя он приказал оставить. Понятно. Типа, чтоб мы посмотрели. Уничтожим. Понятно. Заела пластиночка немножко. А вот мы тебя и нашли, задница. Задница? Мистер куда задница. Куда вы? Эй, мы только прилетели, а вечеринка уже заканчивается. Да. Эх. Сдавайся, Джима. А ведь так натурально выглядит. Прям как настоящий. Ты что, не слышишь? Бах. А если на ушко? Ох, это он тебе там прошептал, что он тебя любит, да? Ну это заметно. Ну все, смывайся к туалетному дьяволу. Эй, это говно не работает. Смывайся. Я только за. Эй. С этого момента я, в принципе, уже все помню очень хорошо. Вот все вот последующие эпизоды и вот это. Да, я уже даже фактически, знаете, пересказать. Здесь уже мне все понятно. Так. Нормально, освежили. А что с хлебом? Признаков джименовости тоже. У него глисты. Так. Агент, нужно увидеть. Видишь, с каким безумным лицом летел этот придурок. Так. Ну-ка. Титан, ты жив? Ну так. Трепыхается пока. Класс, ты получал, у тебя руки нет. Ну да, да. Увы. Ну шо ж. Уничтожить. Сейчас будет эпик. Сейчас будет эпик вообще, ребят. Давайте, вот эту серию я жду. Украинский камерамен. Блин. Упал. Так. О нет. Скибиди. Титаны уничтожены. А это все. Не парьтесь, нормально. Погнали. Спасибо, родной. Другой музон. Так. Нормально наши спикеровские друзья. Массаж головы сделали. Нет, альянс выстоит, а вы все умрете. Миледи. Видите, каждый миледи по одному врагу. Даже по два в этом случае. Сейчас тебе умрем, да? Я точно потеряю голову. Эй, агент, чего он на земле лежит? Поднимите его. Вставай. Он отдыхает. Пока вы, девчонки, работали, спасибо. Расслабился. Все в сборе. Еще один мерзавец. Я возьму его на себя. Давайте. Уже не нужно. Дядечку. Это специальный надо успокоить. Как-то да. Никто не справится с этим лучше, чем я. Ледис. Ты как всегда молодец.
молодец, специальный да, агент. Да, ты как раз вовремя. Вот это прям топовая серия. Тут вообще все появляются, просто все появляются. Мочилово сплошное идет. И спасибо, как бы, чувак. Ну круто. Мы похоже рады, чем я ждать победу. Что там? Это черный туман. Скибиди ученый. Валим отсюда, валим. Бегите, бегите, ребят. Девочки, нам пора на процедуры. Ладно. Я буду сражаться. Процедуры? Интересно, какие могут быть процедуры у телевизора, камеры и колонки? Даже замена проводов, да? Так, я бегу, бегу, бегу. Давай, заныривай в контейнер, бегом. Эй, давай быстрее. Он не добежит. Мерзкий, уродливый кусок говна. Спрятал свои глаза. Окей, куда мы телепортируемся? Тихо, Симен. Никто не знает. Так. Опа. Вылезайте оттуда. Вот это вот устройство, вот этой базы бы поскорее бы увидеть тоже изнутри. Где это мы? А тут довольно миленько. Угу. Не знаю, что ты здесь миленького увидела, но... Угу. Без проблем. Как будто они поняли, как сюда добраться, блин. Ты их телепортировали сюда. Так. Ага. Эй, кто это? Опа. Там? Это... Это он, да. Не может быть. Может. Мое время пришло. Ох, господи, ничего себе. Ничего себе ты брутальный тип. Ну, пришло, пришло, да. Самый сильный из титанов возвращается. Что здесь произошло? Все разрушено к чертовой бабушке. Тут вообще жесть. Господи, сколько наших полегло. Мы отступаем, наш отряд разбит. Контакт слева. Вижу, вижу, получите. Хорош. К туалетному дьяволу. Отличная работа. Я чувствую, это только начало. У туалетного дьявола там проходной двор просто. Он уже упарился принимать новых жителей, мне кажется. Уничтожить, 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 уничтожить. Черт. Давай, сразу. Есть, попал! Уничтожить, уничтожить! Эй, куда он свой унитаз уносит? Блюдок! Такс. О, да факт. Уничтожить, уничтожить. Ха-ха, получил, пёс! Класс получается, агент. Я здесь, я здесь! О, сейчас будет великий лещ. Тебя я тоже уничтожу. Еще раз леща дадут парню. А что? Здорово, мафиозник. Захни, захни, заткни. Ох, как это сложно. Уничтожить, 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 уничтожить. Помню эту радость, когда мы увидели, что они живы, да? Ну хотя, я здесь. Мало кто всерьез думал, что они реально умрут. Прям всерьез. Эй, тебе посылка. А ну давай пять. Леща, хорош, нормально. Ну что, ты готов? Второй раз парни достаются. Я и тоже от спикера. А, беда. И сейчас будет один из самых страшных моментов. Накормить. Накормить, накормить. Да. Вот этот вот жест. Получи, ублюдок. Характерный жест, который титан камерой показывает. Да? Так все кончится. Пора на пенсию, дедуля. Я знаю вашу визит. Почувствуй мощь Альянса. Так. Давай, давай, вот так вот. О, отлично, минус, минус пушечка. Твою ж. Твою тоже. Обменялись любезностями, ребятки. Глупый. Пантузмен, да? Вонючий скибидист. Как глупо. Интересно, как он там вообще выживет? Вот с такого. У него там, помните, он прибегает, у него чуть-чуть рукава там обуглились. Крутой парень наш прилетел, да? Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Ох, морда наглая, да? Уничтожим, уничтожим, уничтожим. Давай, отбей себе в машину. Эй, остановись, стой, стой. Спасаем, спасаем, парни. Не-не-не-не-не, я должен. Да хватит. Прощай, жестокий мир. Давай, давай, разбей себе в башку. Хорош. На меня не работают подобные трюки. Давай, ножичку. Ай. Я не позволю это, глупый дед. Уф, отличный удар левый, братишка. Теперь этот ненадолго с ума сошел. Да.
Телевизоры нынче делают мощные. Что это такое? Ну слезай с меня. Ты еще кто, мать твою? Это Бог. Я пришел, чтобы вы познали мой гнев. Ну это классно, этот голос. Больше никто не придет. Вообще топовый. Засал, да? Ну ты правильно, извините. Сдохни. Ай. Вообще музыка эпичная, а? Ты посмотри, как тут все круто. Ой, это правильно. Ну, уже сделал. Небольшая косметическая процедурка, да? Кулинарно-косметическая. Привет, чувак, давай петюлю. Больше не тыкай меня ножом. Я это слабо помню, так что... Так что надо напомнить. Давай-ка повернись, родной, ко мне поближе. Хочу вспомнить молодость. Ну давай. Похоже, у нас нету выбора. Снова в пекло. О! Привет, родной, привет. Блин, я надеюсь, он там замазал то, что надо было замазать. А еще лучше, я надеюсь, что там уже... все исправлено, все хорошо. Все хорошо. Там все другое. Давай. Очень жаль. А вот это не красавка. Эй, Вантузмен. Тут жалко, да, тут жалко. Парень. Это похоже твое. Это да, спасибо, агент. Ну что, вот и долгожданный финал. Да, давайте это закончим. За дело, моя малышка. Не, я все-таки надеюсь, что это не долгожданный финал. Я надеюсь, что еще будет. Я надеюсь, что еще что-то будет. Что это значит? Не хотелось бы верить, что... Это значит, что озвучено каналом Неми. И это круто, да. Но это, кстати, еще не все. У нас же есть еще один маленький эпизод, и он уже тоже наверняка озвучен. Сейчас найдем. Ну, собственно, вот он еще две минутки. И полностью все готово будет, понимаете? Полностью все отсмотрим. Да. Это мы видим сзади, как он забегает. А тут битва титанов. Давай. Титан Тивимен против Джимена. Фейка, естественно, одни фейки здесь, я так понимаю, да? О, голова с плеч. Так, всем сдохнуть, на пол лечь, как говорится. Сейчас еще два телевизора. Плечи с плеч. Всем сдохнуть, на пол лечь, да. Вот она моя! Японский самурай прямо. Все. Так, смотрите, напоминаем. Улыбающаяся рожа и не улыбающаяся рожа. Ага. Так, все. Там что-то пукает Джимен перед смертью. Майна, чё-то. Все, расслабляемся. Конечно, удает. Как это может сработать? Опять его рожа. Блин, но у него морда всегда смешная, ребят. Ты сам хочешь? Сам хочешь. Конечно, твой, конечно, довольно. О, довольно. Так. Да, сейчас. Дерни за пальчик. Опа. Классно. Это же вообще классно. А ты не можешь вот так же эту руку телепортировать куда-нибудь туда, к Скибиди-ученому далеко, за базу, куда там пацаны побежали. И сразу его прирезать, и все кончится. Или как там? Да. Спасибо, агент. Улыбайтесь, довольны. Ага, всех-всех, придурока. Тут стоят три титана. Три, вот этот еще чел стоит, бежит под бок. Уничтожить всех-всех-всех. Это, знаете, я думал, что Вантузмен иногда отличается умом и сообразительностью. Но вот эти, они вообще просто... Просто болваны. Пойдем туда. Пойдем, конечно. Как ты пойдешь? Нет, мы туда не пойдем. Мы не пролезем. Сначала посмотри на меня.
Сейчас нам покажут, что нам ничего не покажут. Кликайте сюда, моя реакция тоже на скибиди туалеты какие-то. Кликайте, смотрите, да. Да, и вот там вот тоже будет. И все на свете будет, переходите. Если этот выпуск вам понравился, этот тоже понравится. Всем счастливо, удачи, пока, увидимся вот тут.